День 1 – главного события APT Grand Final. По итогу первых двух уровней у нас 134 входа. И сегодня в 10 часов вечера добавлен дополнительный стартовый день 1Е, турбодень. Ну а пока что мы пообщаемся с участниками дня 1С. Вы только посмотрите, кто к нам приехал. Наш любимый Константин Пучков. Константин так долго думает, мы пока его будем ждать, у нас все испарятся. Ну, рассказывайте. Вы... О чем рассказать-то? Ну, давайте, это острый репортаж на короткие 20 секунд. Как у вас проходят первые два стартовых уровня? Пока никак. Как обычно, никак. Бэтбитик никакой мне не расскажете? Нет, стартовый стек. Тогда расскажите о себе. Что я про вас знаю? Что вы живете в Москве? Да, в Москве. Пенсионер. Нет, конечно. Вы мне вчера сказали. Я? Нет. Не может быть такого. А чем вы тогда занимаетесь? Торгую. Чем? Бананами, людьми. Серьезно? Не-не, шучу. Бананами не торгую. Хотите отвести душу и рассказать мне какой-нибудь бэтбитик? Бэтбитик? А, не, не бэтбитик. Просто есть такой дилер, Лиза такая. Лиза? Лиза. Знаете Лизу? Знаю Лизу. Вот она, коронный номер, и говорю, Лиза, у тебя все в жизни в порядке? Она говорит, да, я третий раз замужем и счастлива. Вот, так вот, у меня с ней есть свои отношения, я думаю, что где-то... Вы один из трех? Нет. У нас чисто меркантильные отношения. То есть она, этот дилер стоил мне где-то, я думаю, тысяч, там, ну, не меньше там 100 тысяч долларов, мне кажется. Как дорого обходятся женщины. Да. И поэтому, как только я вижу, у меня сразу дрожь возникает внутренняя. Я говорю, Лиза, это опять ты. И она, конечно, идет ко мне. Может, все из-за дрожи? Вы начинаете терять самообладание? Да. Я думаю так, потому что я уже начинаю по-настоящему злиться. Вот, потому что я с ней всегда проигрываю, всегда. Ну, вот, хочется что-то поменять. Ну, такая забавная история. Константин, мы будем вас оберегать от Лизы, не переживайте. Да, Лиза классная, честно. Да, Лиза очень хорошая. А как вас зовут? Денис. Денис. Денис хочет зарядить телефон. Давайте телефон свой. Вот. Денис, ну что, откуда вы приехали? Звенигород. Пятый занят. Звенигород. А где Звенигород находится? Ну, это Московская область там где-то. Здесь все сломано. Все не подходит. Вы играли сейчас в мейн-эвент? Вот, играю главное событие. Ну и как? Ну, только начало, все началось только. Пока никакой боли? Все отлично, все ладно. Какой у вас стек? 120 лет. Чего вы меня боитесь? Я как-то... Вы знаете, у меня какая-то проблема в жизни, меня мужчины боятся. Ну ладно. Играете в мейн-эвент? Да, вот сейчас сижу. Ну и как проходят первые два уровня? Ну, все здорово, прокидал 1020. Все отлично. И какой у вас стек? Ну, 100 минус 20, 80. Ну, я просто гуманитарий, я это не умею считать. Спасибо. Это вы почему заметили? Ну, вы же сами сказали, что не понимаете, сколько фишек. Ну да, если честно, знаете, я уже 5 лет живу в страхе, что все раскусят, что я ни черта не мыслю в покере. Смотрите-ка, мы сегодня в одной цветовой гамме. Почему? Потому что бежевый – самый модный цвет сезона 2018. Совершенно с вами согласен. И это не случайно. Слушайте, круто, что вы в тренде. Что нового у вас в жизни случилось? Мы с вами не общались 2 месяца. Я также прихожу играть в казино, повышаю свое мастерство, но только в кэш. Поднимаете или как? Играю в плюс. Витя, привет. Да ну что вы играете в плюс? И сколько вы выиграли за 2 месяца? Мы никому не скажем. Все внукам отослал. Ладно, уж расскажите. Ну, долларов 800, может. Дочка купила им каждому по колоде карт и научила играть в покер. Когда вас ждать с внуками здесь? Ну, как 18 исполнится старшему, так и будем здесь. Одним словом, 10-минутный перерыв пролетел незаметно. Игроки занимают свои места за столами, 137 входов. Огромный оверлей ожидается в этом событии. Друзья, до 26 октября, суббота, регистрация в турнире открыта, так что мы вас ждем.